Добрый вечер. В наших прошлых программах мы рассказали вам о гитаристах рока и фолк-рока. А сегодня давайте немного поговорим о музыке, которая вот уже более полувека служит своеобразным языком общения среди музыкантов самых разных направлений. Это, конечно же, блюз. Итак, гитаристы, которых вы сейчас увидите, известностью своей во многом обязаны африканским неграм, чья народная музыка в начале века попадает в Америку, в район дельты реки Миссисипи. И первоначально называется дельта-блюз и исполняется под гитару и губную гармошку, но уже по-английски. Впоследствии среди музыкантов дельта-блюз стал называться Original Folk Blues. В 20-40-е годы возникают крупнейшие центры блюза в Чикаго и Детройте. А Леонард Чес стал первым записывать блюзмена, и благодаря ему в 20-30-х годах зажгли звезды Лед Белли, Роберт Джонс, Биг Вин Браунзи. А в 40-х-50-х годах на фирме «Атлантик» записывается Биби Кинг, Альберт Кинг и Альберт Коллинз. Именно эти чернокожие музыканты дали толчок развитию белого блюза, именуемого английским. А в самой Англии в 60-х годах начинает исполнять блюз Роллинг Стоунс, Эрик Клэптон и Питер Грин. А сегодня в джеме Биби Кинг, Стив Рэй Вон и Гарри Мур. Утка в духовке с яблоками и чесноком. Вот. Зашиваешь ее, да? Зашиваю, все делаю, да. Ну там это уже пальчики оближешь, то есть. И под блюз, это как блюз вообще. У меня утка получается как блюз. Давай. Толстую. Утку. И жареную. Если хоть как-то попытаться выяснить имя лучшего нашего блюзового гитариста, то я уверен, что в числе первых будет названо имя Александра Василенко. Этот гитарист по-настоящему ценит мелодию, а ведь это очень важно именно в блюзе. И чтобы понять истинное настроение этой музыки, мне кажется, вполне достаточно послушать, как звучит его гитара. Именно поэтому мы в гостях у этого гитариста. Александр Василенко уже в 17 лет победил на конкурсе гитаристов в Лиепае и 3 года считался лучшим гитаристом Латвии. В 86-м Василенко получил работу в Москве у композитора Алексея Мужукова, а через год сменил Виктора Зинчука в оркестре Гостелерадио под управлением Александра Петухова. Затем он работает с Павлом Дементьевым и в группе «Дубль-1». А сейчас, как вы, наверное, уже догадались, мы в студии, где Саша записывает свой новый гитарный альбом. Между прочим, этот блюзовый гитарист в январе прошлого года на гастролях Большого театра в Египте исполнял партию гитары и банджо в балете Шостаковича «Золотой век». Лично желание только хорошо очень сыграть, сыграть эти фразы хорошо, чтобы это было вот такое одно целое, завершенное, вот стараться. И, конечно, повлиять, то есть, допустим, если ты слушаешь, чтобы ты там не ковырялся в носу, когда слушаешь, а просто спокойно сидел и слушал, понимаешь, и тоже получал такое же, то есть я от тебя опять буду получать, то есть, и вот этот вот происходит, этот процесс. Ты можешь назвать сейчас себя профессионалом? Я думаю, что да. Профессионалом блюза? Ну, это, конечно, не само совершенство. Конечно, хотелось бы больше, то есть достичь более высокого уровня. То есть, ну, не только в технике, я имею в виду, а в том, как чувствовать его, как сыграть. Конечно, хотелось бы еще больше, лучше, качественнее и весело. Главное, весело, чтобы было. Почему не рок, не фолк, не джаз? Ну, мне кажется, блюз. Блюз, он и есть первооснова, наверное. Поэтому к нему не приходит. Его все играют просто. То есть, допустим, блюз. Есть традиционные ходы. Из этих ходов, так называемых, складывается вообще импровизация. Есть вот эти моменты, когда нужно искать и делать, вот лепить из этого всего, так называемый, блюз это будет. Вот. И первооснова, конечно же, все-таки блюз.
И свой рассказ о великих героях гитары я, как всегда, хочу начать с самого громкого имени и, пожалуй, самого авторитетного блюзмена Би-Би Кинга. О нем можно сказать, что он недолго ждал известности. Уже через несколько лет после своего дебюта в Мемфисе в 40-х годах среди таких колоссальных имен, как Бадди Гай и Альберт Кинг, нашего Кинга называют королем блюза. Что же касается музыки Би-Би Кинга, то это блюз с оттенком респектабельности. Это музыка ночного города. Первая акустическая гитара Би-Би Кинга называлась «Стелла», с которой он не расставался многие годы. Однако в 49-м году в Твисте любимый инструмент Кинга сгорел в пожаре. «Я чуть не лишился жизни, пытаясь вынуть гитару из пламени», — вспоминал он позже. «Это была просто невыносимая потеря для меня». Сей факт из жизни этого блюзмена говорит, наверное, о многом. Итак, это Би-Би Кинг. Би-Би Кинг, понимаешь, что он такой, ну, во-первых, чернокожий музыкант, то есть природа ему чуть-чуть дала, не чуть-чуть, вернее, да, много ему дала, вот, природа ему дала вот возможность, понимаешь, сол, то есть более мягко, что ли, более лирично может, что ли, вот это вот обыгрывать, то есть, и, естественно, ближе, то есть, к солу, то есть, вот этой чернокожей традиционной музыке. С точки зрения природы у Би-Би Кинга, то есть у него более такая его импровизационная вот структура, она, мне кажется, более такая тонкая и... Заложенная природно. Заложенная природно, то есть да, он поет и так душевно это все делает, что... Бывает такой блюз, бывает веселый, бывает, то есть блюз, он и есть блюз. Быстрый, то, что в нашем понятии, там, допустим, играют там музыканты. Вот, это вроде как бы рок-н-ролл, да, получается. На самом деле это может быть и блюз, то есть это все. А, кстати, ты мог бы изобразить сейчас вот ту мелодию, с которой ты как бы гордо так идешь по жизни? Мелодию? Ты напевал еще что-то, вот помнишь? Вот сейчас, когда у нас выключена была камера. Ты сказал, что бывают разные блюзы. Какой блюз у тебя, Василенко? Обычный традиционный ритм-блюз. На чистом звуке, звук такой. Вот, и я чередую, я мешаю, то есть я смешиваю чистый звук, смешиваю, чуть-чуть вот этого добавляю, переусиление так называемого для гитары, и получается чуть-чуть другой. Я смешиваю
эти два звука, и получается вот такой. Мне нравится именно такой звук. Ну, вот если у Гарри Мура хард-блюз, то у тебя какой, чисто в эмоциональном смысле? Не вот так, как я, он делает? Я, конечно, лирик сам. Лирик все-таки? Да, то есть меня интересует мягкий, красивая мелодия. Не мне, конечно, судить, но мне кажется, что я правильно выбрал инструмент, именно гитару. Я играл раньше на виолончели. Педагоги мне говорят, что я довольно-таки хорошо владел этим инструментом. Но у меня душа все-таки лежала, конечно, ближе вот к гитаре. Почему? Я даже не могу объяснить, но мне кажется, больше мои способности вот, можно раскрыть больше с помощью гитары, чем, допустим, с помощью какого-то другого инструмента. Хотя моя профессия, опять же, предусматривает знания и на синтезаторе уметь нужно играть, и на том другом десятом, но я считаю, что для меня гитара, конечно, пожалуй, единственный такой друг, который помогает мне выразить себя. Другой герой гитары, Стив Рэй Вон, всегда носил черную шляпу, впрочем, никак не объясняя свою любовь к этому головному убору. И музыкальные критики сразу заметили его как таинственного и загадочного исполнителя. Может быть, именно это обстоятельство и помогло Стиву Рэй Вону пробить брешь в стене музыкальных авторитетов. И они, как, впрочем, и многие другие, сумели заметить в его музыке настоящую страсть. Он взял гитару в руки в 9 лет благодаря своему брату Джимми, который познакомил его с записями уже известных тогда Биби Кинга и Альберта Коллинза. В 1984 году, после выхода альбома «Kunst and the Weather», который получил статус платинового, Стив Рэй Вон был удостоен звания техасского гитарного бога. Он умер 2 года назад в возрасте 36 лет, и известнейший музыкант Дэнни Гэттон сказал: «Стив Рэй Вон был потрясающим гитаристом, и я думаю, что люди будут слушать его всегда». Стив Рэй Вон играет. У него такая забавная штучка одна есть. То есть, как это назвать? Это какой стиль? Я думаю, конечно, он играет же блюз. Стив Рэй Вон. Я думаю, что... Я не знаю, на самом деле, как, но я думаю, что основным источником информации музыкальной для него, конечно, явился это Джимми Хендрикс. Ну, звучание его... Он, во-первых, играет на Fender-гитаре, mm-hmm. тоже, как Джимми Хендрикс, естественно, играл в свое время. Вот. И... Ну, он технически много приемов, это раз. Манера исполнения очень много взял у Джимми Хендрикса. Потом пользуется, вот есть специальный такой эффект для гитары, значит, вау-вау. Да. Вот он пользуется так называемой квакушкой. Вот, пользуется, то есть он, ну, очень много в манере там. Рэй Мур — это один из последних оставшихся великих героев гитары, которого в музыкальном мире прозвали «Диким ирландцем». Отчасти, наверное, за его происхождение, отчасти за своеобразный характер блюза Гарри Мура. В его блюзе нет каких-то особых правил и особых приемов. Его нельзя спрогнозировать. Здесь царит свобода.
разные музыканты, по-разному играют блюз, и каждый как хочет. А так чему ты учишься у Гарри Мура? Конечно, экспрессии вот этой, то есть извлечение звука. Когда начинается концерт, ты на него смотришь, просто он не отпускает. У него гитара, она прямо поет. Ну, то есть это фантастический музыкант, конечно. Еще совсем недавно Гарри Мура считали консерватором, любящим старый звук старой гитары. И его нельзя было представить на сцене без красного стратокастера и прекрасного Les Paul Standard. Но сейчас великий консерватор стал интересоваться и другими инструментами, такими как Chervil и Hammer. Моя музыка у меня всегда в голове. Я развиваю идеи медленно. Когда я не продвигаюсь в работе над вещью, я ложусь спать. Когда я встаю, у меня в голове шторм, и я бегу в студию. Это меня всегда поражает, как некоторые песни пишут себя сами, без моего участия. Они приходят из ниоткуда. Настолько они большие мастера, что они сыграют на любой гитаре. И настолько они грамотно и профессионально и здорово играют на этих гитарах, то есть, вернее, умеют так играть, что им все равно, в принципе, на каком инструменте. Но больше, чтобы можно было выразить свои мысли, душу показать все, конечно, вот лучше такие инструменты. То есть, ну, нельзя сказать, что они дорогие, они не самые дорогие, но вот эти вот приспособленные для этой музыки, конечно, лучше Gibson, там, Fender, то есть такие. Ну, это все традиционно. А теперь несколько слов о гитаре, на которой играют многие блюзмены. Это Гибсон. В 52-м году гитарист Лес Пол сломал в автокатастрофе руку, и ему понадобился удобный инструмент, который можно было бы засунуть под мышку. Так, в пику нашумевшему Fender Stratocaster был создан первый Гибсон, имеющий форму акустической гитары, но будучи причем hollow body, то есть полуакустическим инструментом. У фирмы Gibson много моделей, но самая удачная – это серия Gibson Les Paul выпуска 59 года, ставшая сейчас коллекционной редкостью. Gibson покорил сердца таких гитаристов, как Биби Кинг и Гарри Мур, Альберт Кинг и Джимми Пейдж, Майкл Шенкер и Ангус Янг. Gibson отличается чистым и тягучим звуком. Инструменты Gibson очень хороши для аккомпанемента, но в историю вошло много примеров его соло. Что посоветовать, кто не имеет такой возможности? Учиться играть на любой гитаре. Главное, чтобы научиться, уметь играть на гитаре. А на какой гитаре, мне кажется, это не важно. С хорошей гитарой все равно придет когда-нибудь. А никуда она не денется. В Белфасте, где я вырос, вспоминал Гарри Мур, я столкнулся с музыкой в раннем возрасте. Мой отец руководил шоу-группой, и он брал меня, 5-летнего мальчика, на сцену петь с музыкантами. После неудачной попытки обучаться на фортепиано, я понял, что читать музыкальную запись ужасно скучно. Так в 11 лет началась карьера Гарри Мура, когда отец дал ему гитару, и гитарист в группе показал ему несколько аккордов. И как уже сказал Александр Василенко, наверное, не так важна марка инструмента, как то чувство, которое овладевает тобой, когда слушаешь, а тем более играешь блюз. Итак, это фрагмент знаменитого соло Гарри Мура из его песни «Steve Got the Blues». Помнишь там момент в этом концерте, когда вот Гарри Мур с Коллинзом, они друг с другом как бы разговаривают на гитарах. Как ты думаешь, вот тут они говорили действительно на языке музыки, или они вот просто, может быть, как-то старались показать, конечно, свои такие особенности, фишки? Нет, они как раз языком музыки они и говорили. Ага. Ты имеешь в виду Альберт Коллинз, да? Да, да, да. Помнишь этот момент, да? Да, да, там Альберт Кинг, по-моему, участвует. Да, да. Да, они, это,
Это же не соревнование, это вот просто они показывают. Он так чувствует это все. Значит, у Гэри Мура звук агрессивный, напористый, с драйвом таким. У Коллинза немножко другой звук. Но он такой же, вот, ну, я даже не могу так сказать. Сложно объяснить вообще. Ну, конечно, они говорят языком музыки, то есть никакого там соревнования, ничего не происходит. И все равно атмосфера доходит до публики, она впадает в экстаз. Конечно. Фрагмент концерта «Night of the Guitar», который состоялся в 1991 году в Англии. В нем приняли участие известнейшие гитаристы Робин Трауэр, Ронни Монтроуз, Рик Деннеджер и некоторые другие. Нечто подобное, но с участием героев наших программ, вы сможете увидеть в концертном джеме, съемки которого состоятся в апреле. Кстати, по признанию знаменитого гитариста Инги Мальмстена, первой вещью, которую научился он играть, был блюз. «Если ты не умеешь играть блюз, это все равно, что ты не умеешь ходить», — говорил гитарист. Но Мальмстен не стал ограничивать себя рамками блюза, который, по его мнению, не давал полной свободы для экспериментаторства. И он пошел дальше. Послушайте, как Мальмстен играет то, что называется теперь неоклассик-роком. Именно об этом направлении в гитарной музыке мы и поговорим с вами в нашей следующей программе. Особенно благодарны Борису Симонову, председателю Московского клуба филофонистов, за предоставленную информацию об истории блюза. А тот
кто уже поспешил выключить телевизор, поступил весьма напрасно, ведь это еще не весь джем на сегодня. Итак, наши традиционные вопросы к меломанам. И ваши меломаны традиционно правильные ответы, гарантирующие точное попадание в наш джем-сейшн и специальные призы для самых расторопных и самых дотошных. Итак, кто есть этот гитарист и кто больше всего располагает о нем информацией? Спешите, джем-сейшн не за горами. Поймем друг друга, говоря и на языке музыки.